привет всем, особенно тем, кто меня регулярно смотрит, комментирует. Спасибо большое. Очень много хороших комментариев было под прошлыми роликами. Я понимаю, что... Ой, нифига себе, смотрите. Я понимаю, что некоторые темы не актуальны. Например, там эти значки. Это если кто-то не специально вот коллекционирует, интересуется, вот они не будут прям бежать и рассматривать со мной и комментировать. Но многие именно вот полезные вещи, которые люди мне пишут. Смотрите, прикол. Спилили очень большие деревья здесь, вон прям до пеньков. Я, кстати, давненько не видела, чтобы здесь прям так массовно резали. Ну, наверное, старые. И женщины две убираются. Почему я вообще начала снимать из парка? Я хотела пробежать. Уже пошла вдоль моря. И тут меня осенило. Вчера мы разговаривали о плодах магнолии, о семенах. С моей, ну, скажем так, уже подругой по каналам, да. И привет, кстати, передаю. Мы уже сегодня утром даже списывались. И что получилось? Я... Когда смотрю магнолию, другие у людей в садах, у них нет вот этого плода, который здесь падает. С другой стороны, прекрасно цветет, пахнет, красиво выглядит, и всегда вокруг есть лепестки цветов. Когда пересыхают, уже когда они опадают, здесь же всегда только эти шишки. Я спросила женщин, которые работают, но они вроде как засаживают, должны понимать, зачем они ухаживают, как. Но они без понятия. Ладно, думаю. Я посмотрела, пригляделась. Действительно, это не кусты, это прям огромные деревья. Я даже засняла. И что не совсем хорошо, мне так кажется, высокие красивые пальмы, которые не всегда приживаются, которые часто бывают очень такие, ну, по крайней мере, пока молодые, они и пересохнуть могут. Они вот прям между этих деревьев, ну, вроде как магнолий, прям зажатые тисками. Им там не продохнуть. Красивая тень, хорошая, все, но как-то сумбурно получается. Одно на другом, и ты не видишь красоты отдельного дерева, пальмы и так далее. Ну хорошо, хоть вообще есть озеленение, есть тень возле моря, возле берега. Вот эти пальмы совсем другие уже. Они широкие такие, статичные, огромные. И, кстати, когда я приехала сюда, я смотрю старые ролики, фотографии, они были меньше раза два. Прям вот я фоталась под их листьями стояла. Там фотки, конечно, качество жесть, потому что это были старые телефоны. Или если это камера хорошая, вроде как, все равно качество фотографий ужасно. Причем, если перекидываешь на компьютер, там вообще жесть, как выглядит. Ну и вот, я хочу Господи, по-хорватски начала. Хочу весной посмотреть, как это будет выглядеть. Кстати, у меня такой прикол в последнее время. 20 лет жила, никогда этого не было. У меня начало перемыкать на хорватские слова. Вот, например, я говорю с дочкой по-русски, и обязательно слово или два по-хорватски воткну. Я не знаю, почему такая ерунда. Вот реально никогда такого не было. А то прям вот, прям раз и по-хорватски начинаю. Сегодня у нас отлив. После штормов, бурь, дождей очень хорошая погода. Но оно как утром свежо, но все равно приятно. И по прогнозу говорят, что будет холода, но вот этих пару дней, даже уже третий день, классно. В городе наконец-то я выбралась, но уже прям надо было. И хотела записать сегодня ужастики. Ага, испугался. Ужастики про мою... Про мое житье-бытье. Странно, я их раньше здесь не замечала, вот этих вот. Все время тоже забываю, как правильно сказать по-русски. Причем их есть несколько видов, этих птиц. Они могут, кстати, и напасть, я рассказывала. Вот я его первый раз здесь вижу. Отлив, кстати, очень сильный. Обычно у нас... Подождите-ка, уберу. Вот до сюда оно шло, а здесь прям все затопляло. Такой раз растерялся, что эта тетка с камерой к нему прицепилась. Угу. Я сегодня необычно рано в городе. Не хотела так рано приезжать. Но, в общем-то, и лучше, наверное, все свои дела переделаешь и домой. Так, я пошла от него, а то еще правда разозлится на меня. Я не стала заходить в центре, потому что знаю, здесь будет толпа по магазинам, возле рынка.
Хотя сейчас там перекопаны, поэтому меньше людей с машинами подъезжают. Конечно же. Но я прогуляюсь, засниму ролик и подымусь потом уже в магазин прикупить кое-что. Сейчас замечаю, что многие утром идут с собаками гулять возле пляжа. И никто не собирает какахи. Наверное, это самое пиковое такое время выгулять, засрать. У них прям такие вылазки утренние. Так, что тут у нас еще происходит? Я вам начну рассказывать уже дальше, потому что некоторые спрашивали. И ролики эти все-таки как-то больше интересуют зрителей. Слава богу, что у меня адекватные подписчики с приколом, с юмором. И не какие-то там сидят и жизни учат, потому что люди и сами прошли много всего в этой жизни. Ну и вообще, кого-то учить тоже, знаете, дело такое. Сейчас посмотрим. Приятная погода. Вообще нет ни ветра, ни какой-то этой прохлады. Не надо заматываться, не надо скрываться никуда. Удобно как раз поболтать. Только спущусь именно к кромке моря и уже оттуда засниму.